5 апреля на клубной базе в Мясного состоялась открытая для СМИ тренировка профессионального футбольного клуба «Арсенал». Журналисты узнали, как оружейники готовятся к домашнему матчу 25-го тура Росгострах чемпионата России против футбольного клуба «Уфа», а также побеседовали с главным тренером Миодрагом Божевичем и полузащитником Михаилом Александровым. Поле очень тяжелое было. И, может быть, это повлияло на состояние, но нормально бывает игры, которые не очень удачные, это в любой команде, так что надеемся, что в этой игре мы выиграем и зацепимся там за 6-е место. Готовимся на очень высоком уровне. Тренировки достаточно тяжелые. Мы понимаем, что должны хорошо подготовиться к матчу. Ведь это одна из ключевых встреч в сезоне. Прекрасно помним матч с Уфой в первом круге. Можно сказать, что игра была 50 на 50. Создавали хорошие моменты. Но сейчас думаем только о предстоящей встрече. Мы не знаем, с каким номером будет играть Уфа, потому что они на въезде с Краснодаром играли очень открыто, можно сказать. И вообще любая команда играет, сколько противник позволяет. Но нормально мы играем дома всегда и надеемся, что можем сделать давление такое, что Уфа будет играть вторым номером. Надеюсь, что мы забьем и что мы выиграем. Дай бог, я не забью вторым таймом и игре. Напомним, что матч с Уфой состоится 7 апреля в 19:00 на центральном стадионе «Арсенал». Приди и поддержи команду.